А теперь переходим к следующему продукту, который также от Avon из серии Skin So Soft. И это лосьон для тела с минералами алмазом. И вообще похоже, знаете, на какой-то конверт, на письмо с любовной запиской. Знаете, когда на письме... И следующее наше приобретение – это вот такие вот крючки, находящиеся на таком вот трафарете. Нет, как эту штуку-то назвать? И следующая наша покупка – это еще я видела... Также я прикупила и кому вот нравится, опять же, я говорю, вот эта древесная нота, она замечательно приперчает, так сказать. Она замечательно комбинирует. Она замечательно. Еще одна повторная просто, но неважно. То есть я довольна покупку. Ну и, наконец, знаменитость YouTube, которую много раз видела, но при этом ни разу не пробовала. Честно говоря, когда, ну... И могу смело порекомендовать вам данный аромат. Тем более, что, опять же, да, у нас сейчас начнут... Тем более, что скоро холодное... Тем более, что сейчас холодное время года, и он будет как ни кстати... Тем более сейчас наступило холодное время года, и он будет как нельзя лучше. Тем более сейчас уже наступила потрясающая лимитка этого нового года, какао и фисташка. Нет. Потрясающая лимитка этого года, какао и ореха. Невероятно приятный аромат марципана, но не могу... Вот это, да, данный аромат данный аромат туалетной версии, конечно, схож. Да, не похожи. Но это льё, то есть легкая версия. Нет, мне так не нравится рассказывать. Очень-очень похож запах на малиновое варенье, но такое, конечно, схимозиный. И поэтому Привет всем косметическим! А вот это у нас клубника и беги. Вот этот спрейк, это малина и гибискус. Вообще волшебный аромат, он мне очень-очень нравится, такой сладкий, приятный. Далее. Это для волос. И давайте продолжим и начнем в данном видео. И это видео я хочу начать с уходовой косметики. И первым, что у меня закончилось... Нет. Что ж такое-то? И первое, что я вам покажу, это вот такой вот спрей. В версии туалетной воды аромат, конечно, схож с парфюмированной, но здесь он действительно намного легче, намного. И эта легкость его во многом выигрывает. А также я приобрела себе... А также у меня есть две покупки за уход с экстрактами миндаля, ромашки, винограда, бамбука и граната. Ну что ж, неплохо. Двойной объем. Та-дам! И теперь, конечно же, главное это парфюмированный. Та-дам! И теперь, конечно же, главное это парфюм. Очень понравилось. Мало того, что он такой приятный. Так, здесь еще и 211... Нет, не 211. Так, здесь еще и 200... Мало того, что он впервые встречаю жидкость, которая действительно без ацетона. Тут даже намек на этого на этот. Итак, давайте же скорее Господи, спасибо Вивьен Сабо за такую потрясающую тушь, которая стоит бюджетно, а вот сами свойства у нее люксовые. Это здорово, это прекрасно, что... Это прекрасно, что... Это прекрасно. А теперь я хочу показать вам вот такую замечательную пену для ванны от Avon, соответственно, 500 мл здесь, и это у нас... мандарин и жасмин. Данная пена для ванны, конечно, для ванны. Я предпочитаю, конечно, с дозатором. Вот если бы это средство
Вот если бы это... о ужас, от... о кошмар. А, вот такой гель для душа мне пришел в подарок от Oriflame из серии Sweden. А, я даже не знаю толком, что это за гель для... Ну, дорогие мои, первая часть данного видео подошла к концу. Я надеюсь, она была для вас полезной и интересной. А, ну, конечно же, если это так, то порадуйте меня лайком.